Ау-ау. Да-да-да, Сережа смог. Ура! Если в браузере можно запустить x86, почему нельзя запустить полноценный торрент клиент с GUI, скомпилированным на x86? Интересно, в свежий G-компилятор JS завезли в ATX? Если да, то тебе вполне можно будет пользоваться. Ну что, начинай. Торрент клиент, работающий из бэкдора. Охуеть теперь. Это же для ксуль мазиловского, там их верно хуя всяких API. Неужели не видел реализацию Firefox в эмуляторе под своим браузером? Анончик, ксуль выпилили! Все! Пизда! Ксулю! Так. Я сейчас немножечко раздвину наш видеопоток. У нас будет немножко ширше, чем обычно. Ну вот. А может быть, фильм посмотрим? Вы смотрели? Смотрели тебе, фильм «Семьянин»? Тебе так не хочется играть в эту игру, да? Не, ну просто, не, ну фильм, просто хороший. Фильм хороший. Про Новый, про год. Новый год. И про семью. И про семью, и про детей. И про меня. И про меня. Это не про, нет, меня, не про меня, конечно. Ну вот мы и увидим, как ты выглядишь в игре. Все про тебя. Так, а я перезапустил видеопоток. Наш. Кстати, начальник сегодня не было препарации Windows 10? Нет, не было. А Сережа вносил свои предложения в To-Do List на 2018? Нет, Сережа вот и сбежал. Пожалуйста, как так получается, как получается, что этот оверлей появляется только в играх, в виртуалках и еще где-нибудь? Ну, он специально для этого и сделан. А, чтобы в играх появляться, типа? Да. А чата нет? Нет. Чат у тебя, может, с всплывающими уведомлениями справа. Это чтобы, не это, чтобы, это чтобы видеть, какой пидорас пиздит и зачем. Вот. Так, сейчас будет вин от Сергея. Я никогда не мог поверить, что такое когда-нибудь скажу. Вот. Погодите, а звука нет, что ли? Без звука никак. Сейчас звук куда должен? Вы не слышите звук, да? Мы нет. Нету. В трансляции как минимум должен был быть. Нету в трансляции. Без звука в это играть нет смысла. Сейчас тогда. Блин, блин, надо бы сообразить, что тут теперь делать. А, ну все, я понял, почему. Так, я... Воу, воу.
Так, я рестартнул видеопоток, бомжевый видеопоток и основной поток рестартнул. Ну, теперь звук должен быть. Сереж, звук должен быть в трансляции. Звук есть. Сереж, перезапусти, пожалуйста, игру полностью, чтобы мы как бы тоже наслаждались звуком. Сережиного потока есть звук. Как в главное меню выйти? Я просто в игры не играл никогда. Эскейп запускает голос на в этом. Стэнли словно застыл на голос на в этом. Стэнли словно застыл на. Ему хотелось проверить, как долго он простоит, не умерев. Пока что у Стэнли все отлично. Он умело поддерживает интенсивность своего нахождения в одной точке. Давайте понаблюдаем за гением в его трудах. В офисе никого не было. Что же случилось? В офисе никого не было. В надежде, что он просто что-то пропустил. Что это за фигня вообще, а? Что делать? Сереж, ты мой голос, а ты голос-то слушаешь? Вот твой сейчас слышу. Слушай, вот голос, сейчас... который говорит с тобой. Ну, в надежде что-то там грузит. Все будто сквозь землю провалились. Вокруг не так было ни же... души. Наша диджейка. Вот это мое рабочее место. Сколько эфиров здесь провел? Слушай, наша Сергей, голос. После корпоратива. А где головоломки обещаны? Может быть, ты пройдешь дальше? Неудобно тачпадом играть. Мне придется мне голос постоянно сделать. Все, слышно? Слышно. Норм. Сейчас. Итак. Да ё-моё, надо мышь брать. Так вообще все плохо. Куда идти-то? Там дверь открыта, если не ошибаюсь. О. Может, эта игра называется «Уборщик»? Надо просто прибраться здесь. Это же наш с тобой компьютер. Компьютер нашей молодости. Сережа, прекрати юродничать и слушай голос в голове. Да ничего он не говорит. Он со мной не хочет разговаривать. 416. 364. Я тут был уже. Вот он, коридор. Слушаем. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Если в правую зайти. Ну, слушай голос.
переговорной тоже. Никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться к кабинету директора в надежде, что там он сможет прояснить ситуацию. Предыстория-то какая была? Расскажи. Ты в офисе заперт, вот никого нету. Ты что, не слушал, что ли? Дойдя до лестничной клетки, Стэнли поднялся наверх, к кабинету директора. Начальник не есть директор. Фиговый директор, что у него кабинет в такой чердаке где-то. На чердаке. Может, это офис в подвале, а у него как раз-таки где-нибудь на первом этаже? Зайдя в кабинет директора, Стэнли опять удивился, не обнаружив там ни одной живой души. Кто мог это подстроить? Спрашивал себя Стэнли в полной растерянности. Какие темные силы стоят за всем этим? Конечно, он никак не мог знать о том, что завесу тайны способна приподнять цифровая панель, расположенная за креслом начальника. И что эта цифровая панель активируется с помощью пароля 2845. Об этом Стэнли даже и не догадывался. 2845, он сказал? Кто запомнил, что он сказал? 2845. А как действие? Как? Какое-то время Стэнли сидел, сложа руки. На то, чтобы случайно подобрать комбинацию цифр 2845, нечего было и рассчитывать. Как-то неудивительно, но хаотично нажимая все кнопки подряд, Стэнли совершенно случайно ввел правильный код. Невероятное везение. Он шагнул в открывшийся проход в стене. Сережа! Что? Как тебе повезло-то? Какой проход в стене? Не вижу ничего. Ну слева же видно было, что стена открывается. Вон, свет идет оттуда. Это крепота, что ли, какая-то? Что в этом крипово? Пустите меня. Бля, а искал 3 часа пароль. Спускаясь куда-то в глубину. Игра уровня диджей Фредди Анонимус. Проигрываю с каждого хода. Какое-то странное чувство. Его переполняли эмоции, как будто мысли его стали смелее и свободнее. Он неожиданно подумал о смысле своей работы. Но почему только сейчас? Впервые за столько лет? Этому вопросу еще долго суждено быть безответным. Стэнли зашагал прямо... Сережа, ты тоже так подумал? Цех управления сознанием. Ух ты. Мне кажется, Сереже и ИРЛ нужен такой же голос. Это из-за начальника ехать. Смотря в каком потоке. В радиопотоке оно есть. В видео не сильное должно быть. Если на потоке Внучаева, там вообще эхо быть не должно. И должен быть HD. Сережа, у тебя тоже в школе есть? Нажать ту кнопку. Погоди, стоп. У Сережи на работе тоже есть цех управления сознанием? Там вся работа один сплошной такой цех. Ну. Я разбил тачпад.
Может быть, эта концовка пока еще недоступна? Видишь же такие красненькие. Ой, желтенькие линии. А что делать? Не знаю, ты же играешь. Возможно, Стэнли пропустил какую-то очень важную кат-сцену. Это кто сейчас сказал? Это в игре или тут? Стэнли, мне напоминает Стэнли Ипкиса. У меня просто нет наушников, поэтому нельзя пофиксить. Сначала я говорю, потом мы слышим это от Внучаева. Давай тебе наушники подарим на Новый год, на Рождество. У тебя нет наушников. Почему ты не носишь наушники? Ты же начальник. У меня нет лишних $70. Ничего себе, тебе наушники нужны. Bluetooth, что ли? Я подсказываю, недавно был... возможно, посередине близко стать надо. И я недавно был в одном магазине PR Параши. В общем, в этом магазине наушники стоили всего лишь 200 рублей. Ярко вспыхнувший свет залил огромный зал с телевизионными экранами. Что за страшная тайна хранилась в этом месте, думал Стэнли. Хватит ли у него сил, чтобы выяснить это? Хватит. У меня сил хватит. Ну, тупые игры же. Ну, для тупых же. Да, Сережа, для тебя как раз. Ты считаешь себя умнее меня? Эх. Хотя, я знаю, что я ничего не знаю. Ты слышал про такую женщину, Ксантипа? Знаешь, кто это? Но вот включились экраны, и их предназначение стало понятным. Мониторы имели номера работников здания, коллег Стэнли. Жизни стольких людей, включая Стэнли, были впечатаны в эти бездушные экраны и находились под вечным присмотром в этом ужасном зале, где не существовало и слова «свобода». Что за глупость, а? И что дальше? Все? Фин? Нет, далеко. Спор с человеком, который не может нажать кнопку. Слушайте, стойте. Вы видите экран 364? Вон он, внизу в самом. Видим. За ней тоже ты наблюдал, начальник? Нужно заставить Сережу прийти на концовку, в которой нужно спасать картинку ребенка от огня. А че я прыгнуть не могу? Тут же... Это же свобода! Как нравится свобода Сергею! Это чё? Мне надо идти. Всё, я... Нет, играть. Нажми кнопки. Фигня полная. Цех управления сознанием. Это было слишком чудовищно, чтобы можно было поверить в это. Значит, Стэнли все время был под чьим-то контролем. Может, поэтому он и был так счастлив на своей сверхскучной работе. Потому что ему просто внушили это, исказив его подлинные эмоции. Да ну, блин, сколько... Это матрица! Сергей, жми все кнопки. Какие найдешь, те и жми. Ну ладно, я пошел, все. Нет, будь собой, он отказывался, Сергей. В это поверить. Да чтобы его жизнь кем-то управлялась, да никогда. Он не допускал и мысли об этом. Это было да невозможно. Чтобы меня к Маунту не пускал кто-то. Неужели и вправду да вся его жизнь была лишь подделкой?
Ты что, меня Сергей, кто-то забанил? Вот ты только ты подставь говорит. Себя на место ну, этого вот, самого Стэнли. Ты приходишь в школу, заходишь в учительскую, там кнопки. Никого, заходишь в классы, счастье, там тоже никого. Печаль, спокойствие. Да так всегда еда, и бывает. Работа, любое перемещение, все контролировалось и управлялось отсюда. По мере того, как всплывала страшная правда о его жизни, в Стэнли все больше крепла уверенность в том, что никогда больше этой машине не вмешаться в чью-либо жизнь. Ибо он сделает все, чтобы такого больше не произошло. Mind control status. Как слово «статус» произносится правильно? Ну-ка. Есть на такие. Мне надо заглянуть в словарь. Сережа увидел в игре себя. Его подлинные эмоции были искажены в школе. Сережа, ты избранный. Стейтес, правильно. Стейтес. Мне кажется, тебе стоит двигаться дальше. Так, кажется, сейчас эхо не будет. Я подебил эхо! Ура! Фильтр какой-то. Обратите внимание, энергетическая установка. Facility power. Mind controls idle awaiting input. И найдя, наконец, источник энергии, питающий это адское устройство, Стэнли уже знал, что его обязанность, его долг положить... О, Стэнли, ты что, сам включил эту машину? Твоей жизнью столько лет управляли, и ты решил, что теперь пришел твой черед. Теперь ты захотел власти. Ну, Стэнли, план, наверное, хороший. Но ты должен уяснить себе, что не так уж много и может эта машина. И по сценарию ты должен был просто выключить ее и уйти. Но если ты захотел послать мой сценарий к черту, тебе нужно было тщательней подготовиться. Я боюсь, что твоя власть не такая уж и могущественная, как ты сам думаешь. Как тебе вот такой поворот сюжета? Стэнли понял, что он только что запустил механизм аварийного самоуничтожения. Не пройдя скрытую проверку на ДНК, он активировал мощнейшие ядерные заряды, уничтожающие весь комплекс. Это добавляет небольшую перчинку в нашу рутину. Да, Стэн? Сколько времени до взрыва? Ну, пусть будет 2 минуты. Вот, твой час. Ты звезда. Это твоя история. Управляй ей, как сам захочешь. Так даже лучше получилось, чем я хотел сделать. Как жаль, что у нас так мало времени насладиться всем этим. Какие-то жалкие секунды до детонации. Но как они прекрасны, каждая из них. Ну, давай, наконец, поговорим о тебе, обо мне, о том, чем мы занимались все это время. Даже не знаю, с чего и начать. Что? Ты хочешь узнать, куда делись твои коллеги? Ты думаешь, это утешит тебя перед концом? Ну ладно, у меня хорошее настроение, да и тебе уже не жить, так что я расскажу тебе в точности все, что с ними случилось. Я стер их, потом выключил машину и освободил тебя. Но это я сейчас так придумал. Иногда я рассказываю историю о том, как ты сидишь в офисе, что-то нажимаешь мне на кнопку, подсказывает, что ты можешь нажать «офф». Бывает, что весь офис тонет прямо в земле со всеми его обитателями. Ну или все сгорает до головешек. Однако надо признать, что этот вариант истории вышел очень занимательным. Ты отчаянно ищешь ответы, пытаешься вернуть утраченную власть. А мог бы нажать «офф». Жаль, что продлится оно так недолго. Но хотя я полагаю, что в следующий раз я тоже выдумаю что-нибудь интересное.
Боже мой, всего 34 секунды осталось. Так мало? А мне так хорошо. Знаешь, что, чем что черт не шутит? Интересно. Давай-ка еще добавим немного времени. Почему нет? Вот они, дополнительные моменты счастья. Цени их, Стэнли. Поживи. Еще немного. Ну, что ты, Стэн? Что с тобой? Ты решил, что будешь делать? У тебя есть варианты? Ты ведь наверняка подумал, что если есть таймер отсчета, значит, должно быть что-то, что его выключит. Ну, посмотри на себя. Мечешься от кнопки к кнопке, от монитора к монитору, кликаешь по всему подряд. Кнопки с цифрами? Нет, цветные. Нет, может быть, вот это, большая красная кнопка. Или, может быть, дверь? Хоть что-нибудь. Должно же быть хоть что-то, чтобы меня спасти. Думаешь, должно? Почему ты решил, что даже теперь ты сможешь выиграть? Ты совсем не знаешь, зачем на самом деле нужно это место. А нужно оно только для того, чтобы ты разочаровался. Вот тебе небольшая подсказка. Этот таймер совсем не для того, чтобы ускорить ритм игры. Он просто отсчитывает секунды до твоей смерти. Ты играешь сам, а не смотришь ролик. Только для того, чтобы дать мне насладиться твоим бессилием и твоим смирением. И не надо тут ничего выдумывать. Это просто трагедия. Ты хотел власти над этим миром. Чудес. А я хочу его уничтожить, так что извини. Взгляни на часы, Стэнли. У тебя еще есть немного времени. Оно скоро пройдет. А потом большой взрыв, и потом пустота. Вот и весь финал. Тебя разорвет на куски. Будешь ли ты до последнего цепляться за жизнь? Или уйдешь смиренно? Вот тебе и выбор. Сделай его. Или не делай. Будет весело в любом случае. И поверь мне, мне будет очень смешно наблюдать твою новую жизнь от самого старта игры до того момента, когда я скажу, они жили долго и счастливо. Сережа все запрокрастинировал даже. А что, ты выиграл? Что-то сделать? Оф. Ну вот, видите, все хорошо. Нет, ты снова ты в этом сначала. Же офисе. Никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Не, мужики, мне пора. Зато ты знаешь, куда идти теперь. Нажмешь кнопку off. Все будто сквозь землю провалились. Вокруг не было ни души. Звенда 3.11, что ли? Ты можешь сразу идти туда, куда отправлял тебе этот голос. Голос? Дети. У тебя, кстати, голос не... Я плохой, могу лишь может, заметить. Может. Сережа, ты понимаешь, сколько детей убил этот ядерный взрыв? Офис, вероятно, в городе же. Да плевать. Я ж... Я что-то мог сделать. Максимальный прокрастинатор. Максимальный прокрастинатор повторяется бесконечно. Говори погромче, Сережа, вот тебя плохо слышно. Игру хорошо, меня хорошо, а тебя плохо. А так? Нормально. И да, Сергей, знаешь, вот ты, заметь, ты пошел против голоса. Когда идти за голосом или против, решаешь ты. Все, я пошел. Мне пора. Мне страшно. Мне спать надо. Оказавшись... Нет, перебуя, хотя бы 5 концовок. Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Переговорная была совсем не там. И Стэнли, конечно, знал это. Возможно, сперва он решил зайти в комнату отдыха, чтобы лишний раз полюбоваться ею. Внучай в блок. Взорвал детей. Плевать, ушел. Комната отдыха была прекрасна. Она, конечно, стоила того, чтобы заскочить сюда по дороге и полюбоваться этим безупречным,
великолепно спроектированным помещением. Стэнли не терпелось заняться делом, поэтому он решил вернуться через дверь по левой стороне коридора. Стэнли был настолько непоследователен и непредсказуем, что было решительно непонятно, как его терпели на работе столько лет. Слушай, я не буду в это играть. Он слишком плохо обо мне знает. Почему? Слишком жизненно? Слишком про меня. Непоследователь, как его терпели. Но упрямо пытаясь доказать всем и каждому, что именно он контролирует развитие истории, Стэнли спрыгнул с платформы, устремляясь в объятия смерти. Вот пишут тебе: «Сережа, не беги от себя!» Стэнли знал офис как свои пять пальцев. И, конечно, он вскоре найдет всех остальных. Это лишь вопрос времени. Это только вопрос времени. Максимально про Сережу. Открытыми дверьми Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Переговорный тоже. Никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться к кабинету директора в надежде, что там он сможет прояснить ситуацию. Consulting whiteboard manager. Кто у нас whiteboard manager на радио? У вас в школе есть whiteboard manager? Да. У нас blackboard manager. Тот, кто с доски стирает. Учителя так и говорят: blackboard manager, сотрите с доски, пожалуйста. А в этой игре можно проектор спереть и уйти? Он дорого стоит. А нет, Сережа, можно? Это не российская школа. Даже не спереть, а списать. Дойдя до лестничной вот клетки, как у вас в школе все происходит? Стэнли поднялся наверх, к кабинету директора. Не знаю, подскажет фанатки ему или нет. Не надо. Это же хорошая игра. Годная. Подсказывают: вниз иди. Правильно говорить? Не whiteboard менеджер, а учитель дополнительного образования. Слишком сложно для меня. Я не пойму, что это написано. Вот это слово я знаю из программирования. Then, if. Это какое-то ветвление. If the bosses suffered losses, then that's what boss chose. Choose. Подожди, что-то написано? Oops. Ты понимаешь, что там написано? Смотрите, Сереже не нравится играть по сценарию, он пытается выйти из этого очнувшегося мира. Зайдя в офис своего начальника, Стэнли еще раз удивился, не обнаружив там ни одной человеческой души. «Да что, черт возьми, все это значит?» – вырвалось у Стэнли. Он принялся перебирать бумаги на столе босса, сбрасывать книги с полки, заглядывать за картины. Стэнли так хотел закончить игру, чем скорее, тем лучше, что он, конечно, не желал тратить ни одной минуты на какого-то там рассказчика. Такое волнение было даже вредным.
И чтобы перевести дух, Стэнли решил послушать плавные мотивы New Age. Как тебе мотивы New Age? Отдохнув и ощутив прилив свежих сил, Стэнли смело шагнул в открывшийся проход в стене. Где он? У тебя прилив сил-то есть? Так, и все, я ухожу, в общем. Мне завтра рано вставать. Я работаю. Вот я так и знал, что Сережа не сможет. Куда тебе вставать 2 января, блядь? Мне надо ехать домой. Сережа, ты давно поехал. Я тебе подскажу, а можно ли не входить в этот самый майнд-контрол? Цех управления сознанием. Можно ли туда было не входить? Нет, нельзя. У Сережи нет выхода. Свет залил огромный зал с телевизионными экранами. Что за страшная тайна хранилась в этом месте, думал Стэнли. Хватит ли у него сил, чтобы выяснить это? Но вот включились экраны, и их предназначение стало понятным. Мониторы имели... Нет у него мышки. ...работников здания, коллег от Стэнли. Жизни стольких людей, включая Стэнли, были впечатаны в эти бездушные экраны и находились под вечным присмотром в этом ужасном зале, где не существовало и слова «свобода». Жми уже кнопку и иди дальше. Цех управления сознанием. Это было слишком чудовищно, чтобы можно было поверить в это. Значит, Стэнли все время был под чьим-то контролем. Может, поэтому он и был так счастлив на своей сверхскучной работе, потому что ему просто внушили... Вообще, весь этот рассказ напоминает Кафку. Эмоции? Нет, он отказывался в это поверить. Да чтобы его жизнь кем-то управлялась, да никогда. Он не допускал и мысли об этом. Это было невозможно. Неужели и вправду вся его жизнь была лишь подделкой? Ну вот, доказательства. Центр управления. Всюду кнопки. Счастье, печаль, спокойствие. Еда, работа, любое перемещение. Все контролировалось или управлялось отсюда. По мере того, как всплывала страшная правда о его жизни, в Стэнли все больше крепла уверенность в том, что никогда больше этой машине не вмешаться в чью-либо жизнь. Ибо он сделает все, чтобы такого больше не произошло. Да слушай текст. И найдя, наконец, источник энергии, питающий это адское устройство,
Стэнли уже знал, что его обязанность, его долг — положить конец этому злу раз и навсегда. Еще. Он что-то еще будет говорить? Все. Пойду-ка я лучше Java учить. Кнопку он ты уже нажимал. Нафиг. Тупые игры, тупые. Я свою придумал. Там пишут, Стэнли, не трогай, не тобой построено, не тебе ломать. Все кончено? Да, он победил. Он уничтожил эту адскую машину, освободив себя от чьей бы то ни было власти. Его свобода была так близка, пока открывалась огромная дверь, Стэнли думал о том, сколько нерешенных загадок осталось позади. Куда делись его коллеги? Как вырвался он из оков системы? Какие еще тайны скрывало это здание? И вот солнечный свет залил все вокруг, и Стэнли отбросил от себя эти мысли. Ему не нужны были знания или власть, он хотел только счастья. Он не искал понимания, он искал избавления. Никто теперь не знает, назад ты можешь идти? Там сзади что-нибудь вообще есть? Чувствовать. Какой бы ни была его жизнь, она будет только его. Это было все, что ему нужно. Это было все, что он хотел знать и понимать. Стэнли вышел из здания. Легкое дуновение ветра принесло ощущение полной свободы. Перед Стэнли лежал новый, неизведанный путь. Этот момент был именно таким, каким он должен был быть. И Стэнли был счастлив. Сережа расплакался. Ты же подебы, Сережа! Ты смог, ты вырвался из оков системы! Стэнли никогда. Тебе же надо узнать, что случилось с твоими коллегами. Ярко освещен. Было ли это каким-нибудь знаком? Он надеялся, что да. Он очень надеялся на это. Что? Пробуй сейчас по лестнице пойти вниз. И что это за бред, а? На что я потратил? Это бред! Вот если пойдешь на склад, опять начнется, Сережа. Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Пробуй вниз пойти, просто. Правда, так в нете не выучили тему логических исключений. Нет, я прошел, не надо. Хотя бы здесь логические исключения делай. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться к кабинету директора в надежде, что там он сможет прояснить ситуацию. Дойдя до лестничной клетки, Стэнли поднялся наверх к кабинету директора. Что это за бред? Это стартап, Сергей. Давай его сделаем, а потом сделаем снова. Но Стэнли испугался. Он подумал, начальник увидит его и уволит за то, что он не работает. Зачем в это непростое с экономической точки зрения время так рисковать? Просто потому, что Стэнли показалось, что все вдруг исчезли? Директор бы решил, что он спятил. И тут Стэнли осенило. «Может быть, — сказал он себе, — я и правда сошел с ума».
Разве могли все вот так просто взять и исчезнуть, без всяких на то причин? Нет, все это полная чушь. Продолжая размышлять об этом, Стэнли стал замечать и другие странности. Например, когда он посмотрел на пол, то не увидел своих ног. И почему двери сами закрывались у него за спиной? И если на то пошло, то эти помещения были слишком одинаковыми. Не повторялись ли они? «Нет-нет», — сказал Стэнли сам себе. «Это было бы совсем странно. Такого не может быть в реальности». И тут он осознал, что происходит с ним. «Я же просто сплю!» – закричал он. «Это все только сон!» Ну и слава богу, Стэнли вздохнул с облегчением, найдя, наконец, объяснение всем этим странностям. Все были на месте. Никто его не уволит, и он не сошел с ума. «Должно быть, я скоро проснусь», – думал он, – «и вернусь к своей скучной работе по нажатию кнопок. Так что пока я тут, надо пользоваться моментом». Стэнли представил, что он умеет летать, и принялся парить над землей, потом пошел дальше и вообразил себя в космосе посреди звездного облака, и все это появилось. Это было так здорово. Стэнли был так рад, что все еще спит. Удивительно, что сон такой ясный. Потом ему в голову пришел один странный вопрос. Он был так восхищен всем происходящим, что раньше не подумал об этом. Что это за голос в моей голове, который все время описывает, что я делаю или о чем я думаю? Сейчас голос описывал то, как Стэнли задумывается о нем и находит это странным. Мне снится сон про голос, который говорит о том, что я думаю, о том, что он все время говорит про то, о чем я думаю, подумал Стэнли. И хотя Стэнли, полагая, что спит, спрашивал себя, а что, если и другие люди слышат этот голос, когда они спят? На самом-то деле, это был совсем не сон. Может быть, он обманывал себя, понимая, что во сне ему не нужно отвечать ни за какие поступки. Но Стэнли не спал, и сознание его было ясным. И теперь он был напуган голосом, говорящим эти слова. Ведь он был абсолютно уверен, что все это был сон. То есть голос видел и эти звезды, и как он летал сквозь них пару минут назад. Иначе как бы он все это рассказывал? Значит, этот голос был частью Стэнли. Ну, конечно, нужно только доказать, что Стэнли держит ситуацию под контролем. Стэнли медленно закрыл глаза. И ты назад идешь или ты в лупе? Он почувствовал легкий вес одеяла на себе и упругость матраса. Он ощутил дуновение свежего воздуха из открытого окна. «Пусть я проснусь», — подумал он. «Все это был сон. Я хочу, чтобы он закончился. Я вернусь на работу и буду снова нажимать на кнопки. Пусть будет так, это все, что мне нужно. Я хочу свою квартиру, жену и работу. Все, что мне нужно, это жить так, как я всегда жил. У меня нормальная жизнь, я тоже нормальный. Все хорошо. Я нормальный». Стэнли пронзительно закричал. Сережа, ты нормальный! Умоляю, кто-нибудь, разбудите меня! Меня зовут Стэнли, у меня есть директор, я работаю в офисе, я настоящий! Кто-нибудь меня слышит? Кто я? Кто я? И потом все почерняло. Это история о женщине по имени Мариэлла. Мариэлла проснулась у себя дома, она встала, оделась, взяла свою сумку и пошла на работу. Но именно в этот день ее променад был прерван появлением странного мужчины, который шел по улице, разговаривая сам с собой, иногда срываясь на крик, и неожиданно упал замертво на тротуар. Мариэлла позвонила в скорую и какое-то время стояла и рассматривала странного человека. «Очевидно, он был сумасшедшим», — подумала она. «Все знают, как выглядят сумасшедшие». Потом женщина подумала, как же хорошо, что она нормальная. «Я в здравом уме, я все понимаю. Я отличаю реальность от выдумки».
Было хорошо осознавать это. То есть в каком-то смысле этот несчастный делал счастливее ее. Но тут она вспомнила, что в этот день у нее запланирована важная встреча с очень важными людьми, от которых зависела ее карьера, а может быть и вся дальнейшая жизнь. Нужно было бежать. Поэтому она простояла рядом с телом еще несколько секунд и, повернувшись, зашагала прочь. Семь. Мариночка! Ну чё, Серёжа, похоже! Очень все. Спасибо за эфир. Всем спасибо. Серёженька, ты даже, ты даже не дошел до детей. Там дети были. Ладно. Да, были. Заканчиваем. Сергей, ну это слишком на тебя похоже. Вот что мы будем делать. Сергей, нет, стоп. Мы будем играть в твою жизнь. Твоя задача – делать нас счастливее. Сейчас мы дойдем до 50-й страницы. Сергея порвало от реальности. Ладно, все, продолжим. Вот так живешь, думаешь, что у тебя есть миссия, сверхзадача.